Привет, ребят! Я Светлана Бараковская, а это видео на канале интернет-магазина товаров для активной жизни профирайдер. Девятый выпуск посвятим туристическому рюкзаку PMAD BG65, претендующего на роль надежного спутника в долгих путешествиях и пеших походах. Эргономичный дизайн модели, представленный в двух цветах, синим и коричневым, отвечает принципам бренда. Конструктивно, ничего лишнего. Именно потому даже максимальная загрузка не мешает комфортному использованию рюкзака, делая путешествие удивительно приятным. При немалой вместительности в 65 литров оптимальную компактность обеспечивает габаритные размеры. Горловина основного отдела с двумя утягивающими шнурами со стопором позволяет заполнить рюкзак под завязку, а наличие внутренней перегородки на молнии формирует так называемый подвал с отдельным внешним доступом, чтобы вы могли оптимизировать раскладку, разделив вещи по частоте использования. Заднюю стенку этой модели формирует система Vertical Airstream для безупречной посадки и оптимальной вентиляции во время передвижения. Реализуется это благодаря мягким накладкам из вспененного материала, покрытых сеточкой, а также канальцам между ними, по которым циркулирует воздух. Вертикальную жесткость каркасу рюкзака придают съемные алюминиевые латы с небольшими изгибами в двух местах. За идеальное прилегание и оптимальное распределение нагрузки отвечает подвесная система, заслуживающая отдельного внимания. Наличие четырехступенчатой ростовой шкалы Shift System позволяет индивидуально отрегулировать рюкзак по длине спины. Упругие лямки своими верхними концами сходятся на матерчатой площадке ростовой шкалы. Приятно отметить грамотность конструкции нижнего узла. Как видите, стропа лямки крепится вместе стыковки поясного ремня с рюкзаком. Это обеспечивает естественное положение лямок на теле и долгий срок службы изделия. Каким образом? Самыми нагружаемыми частями рюкзака являются нижний узел и угол. Если эти слабые места совместить, они быстро порвутся. Поперечная стяжка лямок, фиксируемая фастексом, не дает рюкзаку смещаться в стороны, что крайне полезно при сложном движении на рельефе. Избавиться от неприятного сдавливания груди помогут горизонтальная регулировка стропы и вертикальное перемещение пряжки. Широкие вентилируемые панели набедренного пояса улучшают посадку, стабилизируют положение рюкзака, перенимая часть нагрузки. Располагают небольшими карманами на молнии с внешней стороны для подручной мелочи. Делает использование изделия еще более приятным и комфортным. Надежный водонепроницаемый чехол, упакованный в наддонный карман с пометкой Raincover, откуда его легко извлечь и куда удобно отправить на хранение. Съемный верхний клапан имеет один карман на внутренней поверхности и два снаружи. Внешняя сторона рюкзака располагает одним вертикальным отсеком и небольшим карманом в нижней части. Боковушки оснащены привычными отделами под бутылки с водой и высокими карманами на молнии. Уверена, ряды поклонников этой модели вскоре пополнятся кем-то из вас, ребят. Потому в описании к видео мы оставили ссылку на наш сайт. По ней можно и купить, и задать вопросы о товаре консультанту. Будем рады вашим комментариям под видео, а также подписке и лайкам. С вами были Светлана Бараковская и интернет-магазин товаров для активной жизни Профирайдер. Спасибо за просмотр. Увидимся.